Мода на ретро, похоже, не пройдет никогда. Но и от современных функций мало кто готов отказаться. Сегодня у нас в гостях Panasonic RP-HTX80 – беспроводные наушники с винтажным дизайном. Посмотрим, насколько производителю удалось подружить прошлое с настоящим. Дизайн наушников – прямая отсылка к раннему хай-теку 60-х годов. Плавные линии, проволочное оголовье, провод в текстильной оплетке. Несмотря на обилие пластиковых деталей, конструкция очень солидная. Все прекрасно подогнано, ничего не люфтит и не тарахтит. Для своего размера наушники очень легкие, всего лишь 190 грамм. Есть 4 цветовых варианта. Черный, серый, наш красный, который на самом деле бордовый, и бежевый, который честнее было бы назвать горчичным. Электронная часть находится в правой чашке. На ее ободке находятся кнопки управления воспроизведением и громкостью, разъем microUSB для зарядки, микрофон, кнопка включения и светодиодный индикатор. К сожалению, кнопки слабо выступают над поверхностью, и быстро нащупать нужную – задача не из простых. Внутри чашек 40-мм динамики с неодимовыми магнитами. Возможности подключить наушники к источнику кабелем нет, зато полностью заряженного аккумулятора хватает на сутки непрерывного прослушивания. Bluetooth версии 4.1. Соединение при условии прямой видимости устойчивое, хотя уйти с наушниками в другую комнату без последствий вам, скорее всего, не удастся. На голове RP-HTX80 сидят достаточно удобно. Оголовье мягкое, прижим довольно сильный, но не чрезмерный. Как раз такой, какой и должен быть у наушников для улицы. Амбушюры из эко-кожи мягкие и приятные на ощупь, хотя при длительном прослушивании чуть-чуть парят. А вот размер их выбран довольно странно. Менее всего он подходит для среднестатистических ушей. И внутрь они не особо помещаются, и полностью поверх уха амбушюр не расположишь. А теперь о том, ради чего все это затевалось. Собственно, о звуке. Первое слово, которое приходит на ум – комфортный. Бас глубоким не назовешь, но он прекрасно собран. Не бубнит и не вносит от себя тины, так что рекламную надпись «Sharp Bass» на коробке следует признать правдивой. Высокие частоты аккуратно смягчены, средние – честные и нейтральные, хоть и не слишком детальные. Если вы любите слышать каждый инструмент в симфоническом оркестре, вам не сюда. А вот для длительного прослушивания популярной музыки Panasonic подходит просто прекрасно. Запас громкости не очень высокий, но в принципе достаточный. Звукоизоляция приличная, собственный шум практически не слышен. Жаль, микрофон высоким качеством похвастать не может. Его назначение – позволить ответить на срочный звонок и не более того. Panasonic RP-HTX80 – стильные и комфортные во всех отношениях наушники. Спокойное и нейтральное звучание, солидная конструкция для любителей ретро и вменяемая цена – сочетание, которое позволяет нам их уверенно рекомендовать.